Смертельное ДТП на трассе Курган-Тюмень. Два человека погибли в аварии, которую спровоцировал пьяный водитель. Трагедия случилась на 192-м километре трассы Курган-Тюмень. Автомобиль «Шевролет» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Вторую машину от удара отбросило на дорожный знак. В аварии погибли пассажиры «Фольксвагена». Пожилые мужчина и женщина, оба жители Кургана. 34-летний водитель «Шевролет» получил ранение. Водитель «Шеврали» находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,68 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В «Фольксвагена» ехали муж, жена и брат мужа. Его семейная пара забирали из Тюмени после вахты. До дома люди не добрались. Обстоятельства выясняются.